Сюда, 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 да, сюда, сюда. Да, здесь, я здесь. Да. Послушай, а я думала, мы с тобой расстались на хорошей ноте. Это вся дезинсекция, все эти маски, это все игры правительства. Мне просто на WhatsApp рассылка пришла о том, что все эти вакцины, эти маски, их уже можно не носить. На самом деле ничего этого не существует. Это все сделано для того, только чтобы нас поработить. Просто, ну, рассылки на WhatsApp, они не врут. Там просто друг подруги, подруга друга и его дед Хохолок. В общем-то, ну, он точно не врет. Чай закончился, кстати. И вообще, тебе здесь чайная комната, что ли? Грибок. Так, о чем бишь я? А, ну так вот. И в принципе никаких микробов не существует, поэтому, зай, какая дезинсекция? Это полный бред. Я тебе эту рассылку пришлю. Так, давай твое личико. А ты постарела, кстати. Ну а я что? Свежа, как майская роста, как обычно. Вот.
совсем забыла. У меня ж подорожание было. Вот такого он цвета. Ну да, знаешь, такой. Очень светлый кожа подходит. Вот. Дай мне тебе так тональничек. У меня просто времени мало. Вагон в обрез. Извините, перепутала. У меня просто потом еще клиенты. Один клиент на чистку обуви, второй на коррозию металла. Какая-то муха летает. Третий на таксидермию. Просто, ну, блин, ты же знаешь, типа я мастер универсал. Слушай, у тебя такие джинсы, ну, как-то вот, да, хорошие, но мне кажется, вышли из моды. Ничего, если я остатки об них, да. Спасибо. Вот. Ну, просто можешь ко мне записаться, кстати, на составление гардероба. Разбор гардероба, онлайн-сопровождение, офлайн-сопровождение, шопинг, топинг. Ну, сама знаешь. Чаёк хороший, жалко, закончился перед твоим приходом. Ну, дела. Я думаю, что мы запудривать ничего не будем. Немножко возьмем консилер. Вся косметика новая, я реально ее к твоему приходу покупала, всю новую. И вот такой вот светлый консилер, ну, нам же высветлить надо. Кисти у меня все чистые, вот видишь, она сияет от чистоты. Вот аж колом встала, как рада тебя видеть. Вот мы так с тобой сейчас немножко на твои мешочки под глаза. Шейда у него сидеть, а тоже, ну, подрабатывать как-то, да, потому что, ну, 2 года на Мальдивах посидел, уже и стыдно как-то. Вот. Что говоришь, у тебя кожный клещ? Ну, ничего страшного. Кисти помыть. Говорю, что ничего не передается, эти все бациллы. Выдумка. Так, как я уже сказала, я думаю, что запудривать мы ничего не будем, потому что сухие текстуры на влажную кожу ложатся лучше и без пятен. Поэтому я думаю, что надо немножко взять сейчас еще больше загарчика тебе добавить таким новым бронзером. Вот. Ну, блин, что я буду 10-й раз повторять? Я очень люблю своих клиентов и всегда только новое, да, для них. Я ничего не делала. И всегда только новое для них, да, вот кисть тоже только после сухожара. Еще немножко надо, да, загар, как будто это, ну, и себе, конечно, тоже. Все-таки моя косметика. Как будто ты тоже 2 года была на Maldives and Bahamas. Да, я еще учитель английского, если ты не знала. Ну, блин, мастер на все руки, сама знаешь. Еще похудеть надо, то ты... Ну, слушай, кто тебе еще, да, об этом скажет? Если не я, люди такие лживые, и есть только всего пара человек, которые желают тебе
по щечкам, разъевшимся нашим щечкам. Нашим разъевшимся щечкам. Тебе не подойдет, а я думаю, что нам с тобой по верхнему и по нижнему веку надо вот такой вот темный, он очень к румянам подойдет. Вот такой вот, да.
уже весь карандаш на тебя ввела. И последнее, что у нас с тобой осталось, губёжки. У меня вот есть блеск Clarins, но я думаю, что он тебе не подойдет. Мы поэтому возьмем вот такой вот.